Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем в криминалочку на серии Machine Holy Play, первый серию. Так, чуваки, важная инфа, короче, слетели все просто номера сим-карт, просто все блатные сим-карты слетели, именно блатные все слетели, обычно там не послетали. Вроде бы как, пацаны, смотрите просто какая у меня сим-карта, просто, ну, да, блять. 3 шестерки, 966, пацаны. Просто, блин, кайф. Мне вот там один чувак, у него фамилия Карлон, подогнал его. Ну, сказал, что он свободный, я его занял, короче. Смотрите, какие вы можете еще номера, допустим, занять. Я вам, как примеру, просто покажу. Какие вы можете номера, как бы, занять. Допустим, сейчас сим-карта. Допустим, сейчас я придумаю какой-то номер. Допустим, 33533. Вот, видите, вот такой вот номер вы можете занимать. Просто видите, сколько номеров вы можете по блату занимать. Допустим, сим-карта 555-455. Пробуем такую. Ну, она, видите, занята, да. Скорее всего. Если вы увидите этот ролик, пацаны, лучше ставьте лайкосик и залетайте, ловите номера. Потому что их все займут. Их просто все займут. И все. Видите, вот такой вот номер свободный. Вот такие номера еще свободные, пацаны. Поэтому всем советую просто заходить и урывать эти номера. А я пока поставлю все обратно номер, как у меня был. Потому что мне нравится. Вот, все, обратно его вернул. Поэтому, чуваки, залетайте, просто покупайте все сим-карты себе, все номера. Давайте еще какой-то пробую, к примеру, вам показать. Так, чисто, чтобы вы могли какие-то номера себе поставить. Допустим, 9-6-6-6-9. Он, наверное, занят будет, да. Ну, такой занят. Ну, более-менее номера можно еще блаты найти. Пока что, пацаны, пока что. Я постараюсь скорее этот видос выпустить, чтобы вы смогли узнать, какие номера свободные, какие я вам показал. В принципе, вы сможете их занять, если кто-то другой не займет до вас. Допустим, давайте пробуем 8-3-3. А, не, занят такой номер, кстати. Не, ну, если постараться, можно найти номер. Я свободно находил номера плотные просто. 24-8-4-4, допустим. Вот, такой вот номер свободный, смотрите просто. Ну, разве, ну, не нормальный номер? Я считаю, это довольно-таки нормальный номерок такой. Допустим, сейчас пробуем сим-карта 4-9-4-4. Вот, тоже свободное, понимаете? Блин, просто можете спокойно себе номера урвать. Просто реально спокойно. Можете себе номера урвать. Давайте, допустим, сим-карты там 5-9-5-5-5. Не, вот это занято. Но видите, все равно есть свободные как бы сим-карты, и вы можете их спокойно занять. Допустим, 8-8-6-8-8. Не, ну это занято тоже, да. Давайте что-то с тройками поэкспериментируем. 3-3-8-3-3. Вот, свободный номер, понимаете? Ну, можно найти номера себе спокойно, блатные. Поэтому всем советую просто ловить эти номера. Ну, а я вернусь в свой прежний номер. 6-6-9-6-6. Вот. Вот такой у меня номер будет, короче. Я его себе оставлю, пусть он здесь будет. Пусть он здесь будет. А на основу, в принципе, я какой-то номер поставлю. Наверное. Посмотрим. Почему я, пацаны, не с основы? Ну, потому что это важная инфа, и я на основе сижу в Деборгаде. Поэтому я зашел с этого аккаунта. И, кстати, есть еще слухи, что светили блат номера на машинах. Но это не точная инфа, пацаны, я просто слышал это. Я не знаю, это правда или нет, но, скорее всего... Наверное, нет, потому что многие были бы возмущены. В основном говорят, что слетели типа воры, хамы, ЕКХ, вот это такое, МАМР. Вот эти номера слетели только из блатных. Ну, не знаю, правда это или нет, но все же, пацаны, сим-карты ловите. Сейчас их продают очень даже, кстати, дорого. Просто вы можете реально хорошую сим-карту, там, допустим, 3...
и все остальные двойки продать за 500 тысяч спокойно. То есть подняться на это можно, да, не спорю, подняться на это можно. Поэтому желаю всем удачи в поисках блатных номеров, чтобы вы были такие четкие пацанчики, как я, в принципе, на блат номерах. И всем удачи, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.